Всем привет, друзья, канал Масалим. По работе у нас встает Камри. Мобиль приехал к нам. Сделать шумоизоляцию 4 дверей делаем по программе премиум. 4 слоя. Поэтапно покажу вам, где какие слоя мы наносим. Обезжирили, подготовили поверхность, нанесли первый слой вибропласта. Толщина его 3 мм. Второй слой клеим мембранный шумопоглотитель. Третий слой. Также клеим вибропласт 2 мм. Четвертый заключительный слой мы наносим на дверные обшивки. Шумопоглотитель 15 мм. Такие слоя мы клеим в данной программе. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!